В Чебоксарах открылся 23-й международный оперный фестиваль имени Максима Дормидонтовича Михайлова. В этом году исполняется 120 лет со дня рождения знаменитого баса, солиста Большого театра. 23-й международный оперный фестиваль имени Михайлова по традиции открылся премьерой оперы Джузеппе Верди по одноименной пьесе Шекспира «Отелло». Режиссером спектакля выступил Владимир Красотин, доселе знакомый зрителям как постановщик драматических спектаклей. Этот фестиваль, особенный фестиваль, он у нас начинается в преддверии Года культуры. 2014 год в России объявлен Годом культуры. И, конечно же, в этот год будут очень интересные проекты, будут новые премьеры. Безусловно, будет еще 24-й оперный фестиваль, балетный фестиваль. Мы обязуемся, что Год культуры Чувашской Республики состоится, пройдет на очень высоком художественном и творческом уровне. Зрители 23-го фестиваля в полной мере смогут насладиться творчеством великого итальянского композитора Джузеппе Верди. В программе фестиваля опера «Риголетто», «Аида», «Травиата». Завершится праздник, как и в прежние годы, гала-концертом, в котором примут участие не только артисты чувашской сцены, но и солисты других российских и зарубежных театров.